В этом году в связи с пандемией коронавируса с начала мая все кабинеты физиотерапии в муниципалитете были закрыты. И вот, наконец, теперь пациенты смогут пройти необходимые процедуры. Первым на прошлой неделе заработал физиотерапевтический кабинет в детской поликлинике. Затем в офис врача общей практики в Расторгуеве на вокзальной 8. В этом кабинете мы можем делать электрофорез, мы можем делать ультразвук на колени, на локти, лечение проводить. Мы можем делать здесь магнитотерапию. У нас есть еще аппаратик очень хороший, СМТ, амплипульс, который очень хорошо помогает больным обезболивать остеохондрозы. Также физиотерапевтические процедуры помогают восстановиться после перенесенных вирусных и бактериальных инфекций, в том числе пневмонии. После пневмонии человек, который выздоровел уже, ему надо немножко долечиться. Да, мы их долечиваем электрофорезом, следазой, магнитолазер делаем тоже на легкие. А реабилитация, да, у нас вот как бы идет для пневмонии, остаточное явление пневмонии. Пациентов в физиотерапевтическом кабинете немного принимают на процедуры строго по записи. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, также увеличено количество санитарных обработок, помещения и техники. Обработку, конечно же, мы делаем, кушетки обрабатываем после каждого пациента. Обработка делается намного чаще, кварцевание кабинета, проветривание. Также физиотерапевтические кабинеты работают в офисе врача общей практики на Строительной, 17, в амбулаториях Новодрожино и Бутово парка. Часы работы по будням с 8 до 14 часов. Направление на процедуры можно получить у участкового врача и узкопрофильных специалистов взрослой поликлиники. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.